Всем привет! Знаете, что такое закон подлости в погоде? Это когда ты всю неделю трудишься в офисе, ждешь выходных, чтобы прогуляться, съездить на дачу, в конце концов, а на выходных холодно и ветрено. Но бесит даже другое. Бесит то, что тепло наступает ровно в понедельник. Кто так насолил природе, что она над нами издевается таким образом, я не знаю. Ну и давайте теперь уже в цифрах о грустном. Этой ночью Дубак, минус 7 градусов, днем только плюс 5, но к этому обязательно нужно приплюсовать еще и резкий порывистый ветер до 11 метров в секунду. Это сильнее заметно, чем все последние дни было, поэтому совершенно точно некомфортно будет. В воскресенье днем уже плюс 11, но тоже это не сильно-то тепло. А вот разыграется погода у нас в понедельник, плюс 16, никаких осадков, красота. Всем хорошей погоды. Пока.